Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. День пятый, забираем с собой наши награды. Так, команда. Что у нас тут? Пока ничего. Поздороваемся. Поздороваемся. Так, окей. Забираем бесплатно наш сундук. О, ребята, опять у меня мышцы болят после тренировочки сегодняшней. Так, ну что, новые задания. Давай посмотрим. Сделайте 5 поворотов в городе приключений. Сделайте 5 поворотов. Ну, не знаю, попробуем. Так, магнит, стартовый ускоритель. Ну что, сегодня я хочу забрать, ребята, как обычно, 6000 кубков. Так, давай-ка мы, наверное... О! Прикольно смотрится, кстати, чувак. Только вот ему бы в руку дать... вот это, наверное, будет лучше смотреться. Ну что, ребята, поеду, как обычно, на раллийном пока авто. Давай. Из всех раллийных авто, получается... Нет, я вырвался вперед. А то уже хотел тут... Блин. Ну вот это вот вообще не в тему. Бери горючее. Юх. Вот, вот это я понимаю, нормально, ребята, мы прокатились. Шикарненько. Так, ну что, вроде бы неплохой заезд. Неплохое начало, я тебе скажу. Но дальше-то будет все видно, как у нас пойдут успехи. Пойдут ли они вообще. Вот тебе и обделались. Горючее если подниму. Фиг там, поднял. Фига там они. Хорош папочку-то обгонять. Эй, ребята, то куда, блин, а я по дрова. Оу, щет. Ну ладно, ладно, второй приехал. Ну, что поделаешь. Хотел, конечно, приехать первым, но приехал вторым. Ой. Да чтоб тебе. Что-то я не могу понять, у него что там, крылья или как он? Йо, вот это я да, вот это я стартанул, бустанул. Молодец, красавчик Рэйчик, так держать. О, так, давай-ка мы откроем, наверное, вот этот сундучок, что у нас тут? Рулинг Рэй, стой, повысь меня. Ребята, я повысил только одного. Это у нас верещак. Все, больше я повышать никого не буду. Да. Записываю ролик. Ну что, давай быстренько дальше ехать. У нас шахты впереди. Блин, на мотоцикле. Ну, друзья, вы помните, я ездил на мотоцикле. Вот как он так ускоряется? Я вот ехал лично на мотоцикле. Пускай, да, не прокачанный, я ничего не говорю. Но он не может такую скорость набирать. Нафиг ты это делаешь, Рэй? Ну нафига ты вот это вот. Вот если бы я вот это вот не сделал бы, врезать... Чуваки, там кувырем полетели. Если бы не врезался бы в потолок, с дури бы с такой бы, возможно бы даже первым бы приехал. А так, сам видишь, что вышло. Оу. Тут еще и формула, ребят. Фига себе, это как он так... Как он так бустанулся? Я не понимаю. Ладно, пока первое место у меня и первое место там еще у кого-то. Бамс, как самый, блин, этот. Вот, вот так вот речкой и едет дальше. И тут просто-напросто залетаем. Все. Ну что, лишний раз доказывает то, что я достоин быть первым. Да? Кубок претендентов. Если я не ошибаюсь, кубок претендентов, это у нас, он заключается вообще, по-моему, в трех разных гонках. Ну, естественно, как же без этого, да, без лихача. Юху! Нормально. Мы с тобой обогнали просто-напросто уже практически перед финишем эту вертушку, да и по делам ей.
Ёпрст, вот это да, вот это я косичка сейчас даванул. Есть. Вау. Тоже хорошо. Даже лучше, чем я ожидал. У нас сейчас получилось. Давай-ка еще разочек. Дадим тут дрозда. Опа, чувак. Ты же видел, да, что произошло. Буль-буль карасики. Пошел он, короче, ребята, ко дну. Вертушка это, короче. Просто идеально. Вот так вот. Опять первое место. Блин, ну тут до 6000 кубков ехать еще и ехать. Столичный кубок. Давай мы поедем, наверное. Да. Попробуем проехать на суперкаре. Да, что-то как-то... Счет, ребят, не айс. Хотя, подожди, нет, тут, ладно, взяли первое место. Ролейка прям вот в спину дышала. Прям своим зловонным дыханием я прям чувствовал. Упс, да-да-да-да-да-да-да. Вот, вот он, вечный косяк. И в воду, да? Конечно же. Каким я там? Четвертым. Все, короче, меня все, кто мог, обогнал. О, чувачок врезался. Ну что же, четвертым? Ой, третьим приехал. Вот этот, ребята, косяк уже неоднократно повторяется, когда я врезаюсь в эту фигню и не могу ничего сделать. Было бы у меня ускорение бы, конечно. Ну, я имею в виду про форсаж. Давай, заезжай. Начинает мне тут есть. Так, ну что, 7 очков. Первое место, ребят, первое место. Так, и мы продвигаемся дальше. Что там у нас? Притребуйся мне, пожалуйста. Бесполезно. Ребят, повышать не буду. Вот так вот. Ну что, мистический кубок. Слушай, мы, по-моему, тогда на баге вроде бы мистический кубок неплохо прошли. Но это было тогда, сейчас фиг его знает. Тут же постоянно... Блин, я взял баги, и все сразу взяли баги. Да это что, специально, что ли? Я не могу понять. Эх. Да. Ребята там спеклись. Они решили, видите ли, подлететь. Ну и подлетели, как говорится, на свою голову. Блин, такое ощущение, что здесь вообще вот это вот излишний форсаж, мне кажется. Он тоже едет с монетным, ребята, ускорителем. И что у него там еще? У него монетный ускоритель. Я не вижу, что там еще. Ну, нитро у него, по-моему, точно нету. Так, дай-ка я, наверное... Ну давай ты, едь ты, колымага, блин. Нифига не хочет ехать. Блин, четвертая гонка. Ну давай еще, блин, последний приедь.
Такой шанс был последним приехать, а приехал первым. Да, второе место неожиданно для меня. Так, давай-ка мы посмотрим. Новые колеса, магнит, амортизаторы. У нас и так два лидера, зачем больше? Вот. Вот. Дикий Дефос, иди к своим диким собратьям. Дикий Дефос. Так, ладно, ребят, шутки шутками, у нас восхитительные диверсии. Восхитительные, блин, диверсии. Я манал такие восхитительные диверсии, если честно. Ну что, попробуем на раллийном авто проскочить эти. Так скажем, почти идеально. Ну давай, раз ты поднялся, едь ты, господи. Все, ребят, по-моему, мы сейчас на финиш прилетим. Должно быть именно так. Угу. А тот чудик тоже был с крыльями, который сзади ехал. Я думаю, ты заметил, да? Вот он. У него, видишь, у него еще... Че, он взял этот. Как он называется-то? У кого крылья, тот и рулит. Блин. Давай, 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 есть. Дотянул. Так, ну это еще не конец. Это еще не конец, ребят. Еще одна гоночка у нас тут намечается. Так, он... Чувак, хорошо там. Опа, а этот еще откуда? Квазимода, это кто такой? Жорик. Непонятно вообще, откуда высрался этот Жорик. Ладно. Так, что там опять? Вот так вот. Ну что, я поехал. Тут осталось немножко, ребята, и получим... Ну, получим 18 деталей. Опять это вода, а? Блин, не могу ее терпеть, а? Ну вот, ёб красоты. Ты ехать-то будешь сегодня, колымага ты моя? Наконец-то, приехала. А тот поверху, да? Сиганул. Тот сиганул поверху и хотел меня, видите ли, сверху накрыть. Ты смотри, прям все так идеально прям проходят. Прям, знаешь, ни ошибочки не сделать. Он, кстати, тоже, он ехал с нитро. У него не было магнитного ускорителя, но у него было нитро стояло. Уж это-то я заметил. Твою налево, почему вот так вот я сейчас захандрил? Да. Ладно, все равно, ребят, первое место. Так, детали забираем. Это у нас колесный. Колесный ускоритель. В плане, опять что ли я ненавижу воду? Нет, это был весенний город. А почему картинка не поменялась? Почему картинка показывала, что я ненавижу воду?
Там кто-то на форсаже, что ли, едет, я не могу понять. Прям в спину дышит, а? Прикинь? Прям дышит в спину. И причем он едет, 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 едет. И у него не кончается, ребята, этот форсаж, ты понимаешь? Я помню, как-то поставил себе этот форсаж. 3 секунды проехал, у меня же все, горючее на отказе было. И этот же едет, я не знаю, просто бесконечно. Эх. Такое ощущение, что он может его сам активировать, когда ему надо. Хе-хе-хе. Ханыга. Пендрючился там где-то. Ему не взять меня на своем вшивом форсаже. Понимаешь? Не дано. Эх, горючечку-то я не подобрал. Жаль, 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 жаль. Так, попробуем пролететь как можно больше. Вот, водителя этого не могу проехать, обогнать. Блин, пипец. Еще одна гонка. Я уже думал, что конец. Давай, 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 лети. Вот так вот. Фух, первые. Так, ну что, ребята, скоро 3000 монет получим. А вообще 39 000, что там у нас? Спокойной ночи всем. Споки. Дизов больше нету. Давай, удачи, лады я апать. Так, ладно, пока там все спят, я буду, ребята, дальше ездить. Так, может быть, мне убрать крылья и поставить магнит все-таки? Что скажешь? Если я поставлю магнит вместо крыльев? Давай просто проверим, будет ли от этого вообще толк. Хотя крылья... Ну, не знаю, посмотрим, короче. Вот здесь бы крылья бы очень бы хорошо бы пригодились бы. Ты со мной согласен? Пипец. Третьим приехал. Называется, убрал крылья. Зашибись, еще и каждый кактус, блин. Надо было шваркнуть, а? Опять третьим. Нет, вторым. Нет, третьим. Третьим, ребят. Короче, на свою голову убрал. Поставил этот магнит. И по итогу получается, что вообще еду уже не придумаешь. Ну где там финиш, блин, вот он. Но это мне не поможет никак. 5 очков вторым. Так, кубок сумрачной долины. Кубок сумрачной долины, давай попробуем вот на этой проехаться, а? На суперкаре. Да. Зачем взял, не знаю, ребят. Но вторым, вторым, ладно. Вторым приехал. О, чё ж ты так... Даже бустануться-то нормально не получилось, ребят.
Я не могу, меня бесит, ребята, что она так подлетает, блин, высоко и так долго приземляется. Надо ресурсы, наверное, убирать. Мне так кажется. Ну это пипец, блин, летит как... Мне на самом деле нафиг такие не нужны офигенные полеты. О, все. Нет, я не могу эту формулу, блин, вшивую обогнать. Просто не могу ее обогнать. Попробуем на этой трахоме прокатиться. Она вообще ехать-то будет у меня сегодня? Или нет? Сейчас любой кактус или еще что-нибудь и все, и да? Ой. Я надеюсь, тут-то нормально. Тут проехали замечательно, но опасно, опять же. Большие валуны. Трындец! Вот это что такое сейчас было? Вот это что сейчас было, я спрашиваю? Ну с какого ты перепуга вот просто взял и перевернулся, а? Правильно, кактусы надо же тебе. Тебе же нужно все кактусы, блин, облизать. Отъезжаем назад. Да. Ну чё, ой. Ой-ой-ой. Что у меня хоть там стоит? У меня просто стоит форсаж, да? Обалдеть, я просто, ребята, тихоча обогнал. Я уже просто, даже без комментариев, просто ехал с одной мыслью обогнать тягач. Даже не до шуток было, если честно. Вот и приехали. Вот и приехали. Вот и покатались, блин. Пипец. Не для этих трасс. Вот эта вот машина. Да разбейся ты нафиг, так будет спокойнее другим всем, блин. Ой-ой-ой, только не провались. Нет, это что-то вообще, ребята. Мы уехали уже, офигеть. Все, хорош дурачиться. Иначе мы сейчас так целую вечность будем тут копошиться, блин. Ай-яй-яй, я магнит не убрал. Мне же нужно было магнит убрать. Я его не убрал. Ладно, после этой гонки уберем обязательно. Так, водный туннель. Водный туннель. Нет, уж давай воду. Вот и все. Я лучше в воде, ребята, да? Потеряю лишние там 3 секунды, но зато приеду первым. Опять не успел бустануться, идеальный старт сделать.
Ну я просто это, ну... Есть. Так, ребят, первыми приехали. Ну, наконец-то. Вернулись на свою вторую позицию. Так, ага, все расходятся. Спокойной ночи. Правильно, ребят, 10 часов вечера. Им нужно отдыхать. Так, а я... А я, пожалуй-ка... Вот так вот. Хочу прокатиться. Ой. Нафига я это сделал? В горах. А у меня что, нету этого, да? Чувак, ехал, что-то там пыхтел, пыхтел. А я его просто взял и на финише ребята обогнал. Видишь, чувак на форсаже там наяривает. Я там вдалеке, гора такая. Ну ладно, вторым. Нет, я все-таки не понимаю, почему форсаж у них не кончается. Это читер, ребята. Форсаж, он должен кончаться. Точнее, он не то, что должен кончаться, он жрет очень много горючего. А этот едет на нем вечность. Ёпрст, ну... Вот затащила же нелегко меня, а. Серьезно? Да. Тут получилось вообще круто. Так, что там опять? Я надеюсь, я попаду в ролик. Попал. Попал в ролик. Так, ну что, едем дальше. У нас... Блин, ну вот здесь-то, конечно... Не, вот колеса вот эти вот, которые у нас сцепление стоит, они очень, ребята, хорошо дают нам сцепку именно в горочку, когда подниматься, не теряя практически скорости. Монетный ускоритель, ну, что-то я его тут не почувствовал, если честно, монетный ускоритель, потому что, видимо, не так много монеток мы подбираем, чтобы бустоваться. Но, тем не менее. Сзади еще какой-то димарик там прижучивает. Все. Слушай, быстро очень проехали здесь. Всего две гонки. Так, песок в купальнике. А вот здесь уже, ты извини, конечно, меня, но мы возьмем с крыльями. Вот. Слушай, я уберу магнит. Вот это вот. Да, наверное, вот такой вот будет. Хотя, может быть, и багги здесь, конечно, лучше бы было. Но в последнее время багги меня что-то... Что-то меня расстраивает, ребята, багги. Ты не оборзел ли там, а, гонщик? Он запутался там в этих в домишках, короче. Не смог проехать. А так бы первое место ему, конечно, было бы обеспечено. Я бы фиг догнал бы. Так, ну давай, лети. Крылья тебе на что? Чтобы как раз... Ты, блин, серьезно? Твою... Пипец. Ну вот и все. Вот и покатались. Третье, да? Третье место у меня, короче.
А если бы мотоциклист бы не разбился, у нас бы было бы последнее, четвертое. Я офигею, блин, он в горку не смог подняться, понимаешь? Опять-то мотоциклист выпендривается, а? И тягач тут выпендривается. Опа. Всех обманул. Отомстил, скажем так. Первым. Ну что там у нас? Так, завтра конец дивизиона. Да. Так, чихто, я тот дис, теперь я Саня. О чем они там? Трасса Била. Ну, трассу Била мы будем проходить. А слушай, какая у нас здесь есть модификация? А если я, например, здесь сделаю крылья, к примеру, вот так и вот так. Давай попробуем. Просто хочется глянуть, насколько это будет круто и будет ли это вообще круто. Обалдеть, как круто. Это, ребят, нифига не круто на самом деле. У меня еще и горючее кончается. Еще и последний. Просто вот это вот бесит, что она не хочет подниматься в эти в подъемы. Понимаешь? О, у меня нету крыши. У меня же крыши нету, дурик. Ой, дурик-то, крыши-то у меня нету, я совсем забыл. Вот это да. Любой переворот, все, ребята, мне кранты. Любая пещера с низкими потолками, мне кранты. В общем. Да. Вообще не зашел сюда. Отъезжаем назад. Слушай, давай по... Блин, тут же, если мы разобьемся, это будет кранты. Нет, я не хочу, ребят, рисковать. Я не хочу рисковать, чтобы именно разбиться потолок. Ниндзя на лихаче. Врезался. Ну давай, давай, давай. Порхай как бабочка, блин. Жаль как пчела. Что ты, Рейс, забыл что ли? Старые боевые эти тактики. Ага, это у нас тоннели. Сейчас мы будем тут врезаться, лететь и падать. Ах ты жук, он оказывается тоже с крыльями, ребят. Так. Я уже думал, не поднимемся, блин. Под... Чё? Какого хрена? А, он, наверное, ребята, он попал на этот. Он попал на трамплин. Ну, другого объяснения здесь нету. Ой, сейчас врежемся. И вот скажи мне, стоила она вот этого? Конечно же, не стоила. Пипец. 5 очков. Второе место у меня получается. Да. Первый раз на трамплин надо было попадать. А на второй раз не обязательно, потому что на второй я... Ну ты видел, куда я там сиганул. Вообще в поднебесную, грубо говоря. Упс. Вот надо было тебе...
Вот надо было, ребят, впендрючиться, а. Пускай понизу там шоркается. Пока он будет шоркаться понизу, мы с тобой... Че это, куда? А тут что, опять? Одна гонка всего лишь, я так понимаю, да? Ну, скорее всего, одна гонка будет. Да. Ну что же, замечательно. Виктори, фига себе. Мертвяк какой-то пляшет. Я грязный Дифус, теперь я Саша. Мое, мое. Твое. Грязное ралли. Если это болото, друзья, то болото нам лучше проходить. На нашей старой добренькой супердизель. Ну давай, 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 родная. Покажи, из чего ты сделана, из какого теста. Ух. Первым, блин, нифига себе, успел. Клюнуло носом, и я думал, что все, ребята. Ага. Давай, родная, шпарь, пока там сзади супостаты эти облизываются, мы с тобой пожинаем лавры. Эта ролика прям, знаешь, у нее прям говно течет там, я не знаю, прям так хочет меня обогнать, а? Вот эта желтая, которая сейчас наяривает. И вот здесь у нее есть очень даже неплохой шанс, ребят, обогнать. Ну, баги, блин. Да ладно, как-то баги свинотные проиграть, а? Давай ты, шпарь. Ага, тут-то мы его подрезали. А он тоже, ребята... Еще выделывает с своими подлетами, с вертушками. Фигушки. Фигушки. Давай мне мои 3000 монет. Так, всем спуки, всем пока. Не буду писать. Хотел сказать всем спуки, все подумают, что это я ушел спать. Так, ну что, друзья, осталось совсем чутка. Совсем-совсем чутка. Вот тут-то, конечно, я лопухнулся в тот раз, да. Поехал. Без защиты. Просто решил выпендриться. Слушай, а вот тут, если, например, прокачать колеса, это же было бы нормально, мне кажется, да, ребят? В горку мы поднимались вообще топово. Вот как мне кажется. Так. Тягач, отвали. Достал уже. Не отстает от меня ни на секунду. Просто прижимает. Без идеального старта. Упс. Ну, тягача-то я не пропущу же. Нет, конечно. Тягача я не пропустил. Ну, там, конечно, я лопухнулся, да. Ну, вот видишь, тут любой подъемчик, все, ребят, начинает моя машина как обычно. У него то же самое. Ах ты жук! У него тоже, ребята, был монетный ускоритель.
У него тоже был монетный ускоритель. Что там за трасса? Кубок путешествий. Ну давай посмотрим, что тут у нас за кубок, блин, путешествий. Конечно же, кактусы. Опа, нормально. Куда мы там летим? Куда я иду, блин? У меня просто нет слов. Это же вот надо было из всего этого, блин, упасть именно мне в лужу и не выкарабкаться из нее. Просто не долетели ни хрена. Просто не взяли и не долетели, вот и все. Это там ускоряется, я же вижу, что он там нажимает свою кнопку, блин. Ну, кнопку я имею в виду именно этот, ускоряшку эту. Опа. Так, здесь мы ЖЭК 84 обогнали. Так, ну что, давай попробуем еще взять первое место, и я буду доволен. Есть, я доволен, ребят. Так-с, проезжаем. Ну, сколько еще? Раз, два, три, четыре гонки еще получается. Миля в пустыне. Опять? Опять этот на форсажах, блин, а? Я в шоке, блин, его не догнать. У него там форсаж, наверное, прокачан, фиг знает как. Заоблачно просто. Вот-вот-вот. Пускай он там на своем форсаже катается дальше. А нас и здесь неплохо кормят. Да, друзья мои? Упс. Чего? Ты че вытворяешь, придурок? И я, блядь, в шоке, ребята, что происходит. Фух. Я офигею просто. Это хорошо, мы с запасиком, ребята, их обогнали всех. Так, я наконец-то... Так, верю. Угу, верьте. Так, ребят, ну что, глубоководное погружение. Ну давай. Глубоководное погружение надо. Тут опять на мотоцикле. Ну, мотоцикл, наверное, мы не обгоним. А мне так кажется. Слушай, он, по-моему, знает эту трассу как свои пять пальцев, мне кажется. Почему-то мне так показалось. Судя по тому, как он ехал. Ёпарасете. Да где этот финиш-то? Вот он. А байк что, разбился? Наверное, разбился, ребята. Его не было. У меня босс. Я рад за тебя, что у тебя там босс. У меня босс будет... Наверное, на следующей серии. Так, вот здесь вот пролетаем. Это все. И здесь тоже. А главное, не в воду.
Так, выезжаем. Тих, с прыжком. Так, вот здесь можно уже приземлиться. Сделать вот так. Похоже, тут одна тоже гонка, ребят. Ну да, скорее всего. Это мы едем на яхту. Вот она. Не заехал я на яхту. Чуть-чуть не хватило. Ура, 30к. Че, уже 30 тысяч? Нифига себе, я 6 тысяч, уже у кого-то 30 тысяч. Какой-то, как, ну, бас какой-то я. Да нет, если бы, ребята, правильно, если бы я сидел бы каждый день бы в нее играл бы, или хотя бы по 2 часика в день, то, конечно, бы у меня бы тоже уже было бы 30, а может быть и больше кубков. А так, видишь, потихонечку, полигонечку. Это что за машина? Это ролейка такая, что ли? Или что это? Что-то я не помню, что это за машина такая. По-моему, похоже на ролейное авто было. Да ведь? Опа. А ведь был, ребята, шанс обогнать вторым. Тот не успел. А кто не успел, тот опоздал. Так, слушай, я пока на первом месте. По очкам я пока на первом месте. Вот ненавижу, когда вот летишь. Куда вот летишь сейчас? Хорошо, что на финиш прилетели. Да, ребят, взяли. Взяли мы с вами 6 тысяч кубков. О, монетный ускоритель для нашей, для нашего суперкара. Так. Всем пока. Ну что, друзья мои, тогда и я, пожалуй, буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.